В городе Новополоцке 9 октября 2021 года с 8 до 15 состоится расширенная осенняя сельскохозяйственная ярмарка с участием сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, физических лиц, индивидуальных предприятий, также предприятий торговли и общественного питания. Продажа широкого ассортимента картофеля, плодово-овощной продукции, отечественного производства, мясо-молочной продукции, живой рыбы, кондитерских, кулинарных изделий, продукции собственного производства будут осуществлять субъекты Витебской, Минской, Брестской области. Из Витебской области это Басонский район, Губовский район, Миорский, Докшицкий, Полоцкий и другие районы.